12:30. Вот сегодня у нас утро. 10 минут так получается 7. Это мы на станции Корчина. Встречаем сестру одну, Марину. Слухом мне. Андрей меня привез в Устину. Мирва. Володя встретил нас. Мирва. Здравствуйте. Мирва. Рад. Папа, мы минут поздоровайся. Здравствуйте. Мир тебе. Пойдем. Все, пойдемте. Спасибо. Марина с Наринмара. Нормально доехает? Хорошо, отлично. Ну, слава богу. Еще погодка хорошая, да? А? Хорошая погода. Ну, хорошая, да. Хотя ливень обещали, кто ее знает. Может, и дождь будет, а может, не будет. Сачок забыл сначала в Екатеринбурге в машине. Так заплакал. Давайте это, катить. Нет, тут это, катить. Колеса, нет. Вот, отлично, все. А вы сколько по времени добирались до сюда? С Екатеринбурга ехать надо 2 ночи. Мы ночью сели. И вчера один день ехали. Все, все, все. А с дому? Если... А из дома мы на самолете летели. А-а-а. Так хорошо, Екатеринбург, сразу. 2 часа на ценах лететь. А, вон. Там у меня родственники, так я там еще была, в Левике ездила. Невьянске были. Кировград, город. Вы надолго к нам? К вам? Да. Ну, на крещение. А? Даст Бог крещение. Да? А, вон. Все понял. Если как... Я буду готова, они вас меня не допустят. Угу, так-то я планировала остаться. Ну, Господь усмотрит. Да, да. Готовка должна быть сейчас. А он если с очком-то кого ловит? Бабочек или кого? Он бабочек любит ловить. Да? У нас много этих капустниц, ну, особенно. Ой, беленьких капустниц будешь ловить. А их надо убить, ну как бы не убивать, а их собирать, да, надо? Ну, они как бы так-то они вредные. Они вредные, да, без капустницы. Ну, папа. А мы так какие цветные словили с тобой, да? Да. Цветной, как белый. А, понятно. Володя, ставь сумку, пожалуйста. И что вы с ними делали? Ага, все здесь. Все. Да, пускали папу. А, ради интереса, да? Да. Пошли, все, Максим, машину забрал. Все, садись, давай. Вот так, слава богу. Сыночка, видим. Правильно, что сачок взял. Комаров ловить тут. Комаров, да. Ну, комаров. Не люблю, скажи, да, комаров. Ну, ничего. А что, комары, они хорошие. Хороший? Конечно. Скажи, как тебя зовут? Как тебя зовут? Максим. Марина. Дядя Володя мой земляк. Видишь, он тоже с Урала. А вы откуда? Я там тоже родилась, на Урале. А где его? Кировград город. А, Кировград? Возле Невьянска. Вот мы сейчас тоже будем. Где Нижний Тагил, в ту сторону. А ты-то севернее, да? Я этот... А ты это, Екатеринбурга? От Екатеринбурга есть город Артемовский. Ага. Ну, я спрашивала брата. То есть в ту сторону Алапаевска. Ага, Алапаевский. Я знаю